Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Защук Анна Эдуардовна. С самого детства я занимаюсь футболом и любила очень сильно чеканить. Я являюсь рекордсменкой России по набиванию мяча. Мой рекорд составляет 17 846 раз. Играла в профессиональном футболе. Команда, за которую я играла, называлась «Смена». Еще я играла в любительском футболе за команды «Пантера», «Южный порт», «Можайск». Я являюсь рекордсменкой России по набиванию мяча. Мой рекорд составляет 17 846 раз. Мы находимся в Протиславском парке, где раньше проходили соревнования по женскому любительскому футболу. Волею судьбы многие юные футболистки оказались в кадрах кинофильма «Россия с нами не пропадет». Фильм получился ярким, красочным, зрелищным. Я надеюсь, что после выхода в свет этого фильма нас станет больше.